80 делегаций из 42 стран мира подтвердили свое участие в 5-м съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Астане 10 и 11 июня. Об этом сообщил председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Икрам Адырбеков. Одной из главных тем мероприятия станет обсуждение военных конфликтов по всей планете и попыток использования религии в целях разжигания ненависти между народами. Как вы знаете, в работе 4 съездов лидеров мировых и традиционных религий в Астане, состоявшемся в 2003, 2006, 2009 и 2012 годах, приняли активное участие руководители, выдающиеся представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма и других традиционных религий. И тем самым этот авторитетный, постоянно действующий международный форум становится важным звеном укрепления мира и сотрудничества между странами и народами –